Друзья, Россия не может до сих пор поверить в эту ужасную трагедию. Срочно подписывайтесь на наш канал и смотрите наши выпуски, которые мы делаем только для вас. Сегодня рано утром телевидение сообщило страшную новость. Оказывается, сегодня рано утром на телевидении был сорван выпуск шоу «Андрей, привет», который ведет легендарный телеведущий Андрей Малахов. Оказывается, что телеведущему в гримерке стало плохо. Он чуть было не потерял сознание, у него закружилась голова. На скорой помощи он был доставлен в 22-ю городскую больницу, рядом с ним уже находятся его родные. Что произошло с Андреем Малаховым, пока неизвестно. Родственники отказываются что-либо комментировать, а медики, которые принимали и осматривали Андрея Малахова, пока ничего не говорят. Сейчас мы будем следить за ходом событий, друзья, и уже завтра на утро на нашем канале, в нашем новом выпуске, обязательно расскажем вам об этой всей трагедии более подробнее. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями, не забывайте, что только у нас выходят каждое утро интересные новости из жизни российских звезд и шоу-бизнеса.